Это небольшой репортаж из гостиницы «Вифлеем», которая находится в городе Вифлееме на территории палестинской автономии. А гостиница вообще-то христианская. Есть и такое здесь. Естественно, здесь все связано с рождением Христа в Вифлееме. Ну, так, гостиница как гостиница. Это гостиница. Три звезды. Или 2.5, в которой, как ни странно, останавливаются туристы. Ну, вернее, турагентство делает экскурсии, селят народ здесь. Ну, наверное, здесь недорого. Хотя и территория Палестины. Но въезд сюда, сквозь, через дыру в стене, которую возвел Ариэль Шарон, которая, в общем-то, сейчас не работает. То есть въезд беспрепятственный. Просто автобус въезжает, останавливается здесь в гостинице. Вот. И все. Бизнес, ничего личного. Вот. Персонал обычный, арабы. Ну, дружелюбные, приветливые, ну, как в Египте. Цены очень демократичны. По сравнению, особенно по сравнению с Красным морем. Вот. А это Светка. Вот. Она, как всегда, вот тут оказалась. Египта. Скажите два слова для одноклассников. Здесь очень интересно и очень холодно. А, да, это мы попали. На улице порядка 13 градусов. Ну, поэтому везде бежим, чтобы как-то согреться. Но на самом деле это все чисто. Все пронизано, но пусто.